Begrüßen Sie unseren Gast aus Spanien. Sein Gegner hat ein Heimspiel erboxt aus der blauen Ecke. Einmarsch für Tyron Zeuge. Ну и вот очередной рейтинговый поединок. Он должен был состояться перед первым титульным, но вот организаторы решили сделать вот именно так. Сейчас мы видим в ринге двух боксеров. Вот он, Тайрон Цойге, немецкий боксер. 7 побед, 5 нокаутов, ни одного поражения. И его соперник Дэвид Сарабия из Испании. У него 6 побед, всего лишь 1 досрочная и 2 поражения. Причем поражение, еще 2 ничьи. Так, между прочим, всего 10 боев. Довольно молодые боксеры, 24 Сарабия, Тайрон Цойге 21 год, вообще молодой. 7 боев, 7 побед, 5 досрочных, хороший пока лист-рекорд у немца. Посмотрим, что он покажет. Супер средний вес. Ну вот этот боксер мне нравится, я говорю сейчас про Цойге. Довольно-таки интересный, быстрый, разнообразный боксер. Не знаю, что он покажет в этом. В этот раз соперник его довольно-таки серьезный боец, но очень не бьющий. Всего лишь 1 победа досрочно из 6. Зато о Цойге можно сказать, что он бьющий. Да. По статистике. Ну, посмотрим, но кто не бьющий, просто бьющий, кто не бьющий. Он интересный, в конце концов. Он несколько отличается от тех перспективных молодых немецких боксеров. Он думает, он гибок, быстр. Ну и с ударом. Это категория супер средний вес. Да, я уже сказал. 7,6 небольшим килограмм. Восемь раундов в этом бою должно быть максимум. Ну вот. Испанец, он не просто проиграл 2 боя, он все-таки достоял те 2 поражения до конца. Как бы по статистике он несколько слабее соперника, причем он не у себя дома. И он должен выдержать, опять же, те 8 раундов, которые ему предстоит отстоять в ринге. Но с первого раунда картинка получается несколько другая. Как бы Цойге очень активно идет вперед, и он нацелен на удар, посмотрите. Прям в глазах горит огонь. Метится, он метит, прям выцеливает десятку. Вот в миллиметре вот подбородка пролетел такой полубоковой, полуснизу. Цойге правой. Ой-ой-ой! Похоже, крепкая голова у испанца.
потому что буквально 10 секунд назад он пропустил довольно-таки сильный удар справой. Отлетел, но устоял на месте. Но в первом раунде немец сделал, можно сказать, дурака из своего соперника, особенно под конец. Да, во второй половине он уже доминировал. Вот он. Аж повело. Причем там и перчатка чуть-чуть, да, была задета. Но тем не менее, удар был защиту, но, конечно, удар был очень сильный. Похоже, довольный секунд, доволен боксер проведенным раундом. И этого следовало ожидать. Мы уже сказали. Вы высказались вполне конкретно. Я с вами согласен. Преимущество неоспоримое. И причем меня вот удивляют боксеры, особенно которые еще молодые, и даже не молодые, которые проводят рейтинговые бои, которых мы сегодня уже видели. Они не просто послушны, они покорны своим тренерам и секундантам. Они даже не пытаются спорить с секундантами. А я вообще редко вижу, когда боксер спорит. Не, бывают такие скандалы, бывают обсуждения даже целые совещания в углу. А здесь все даже без, не то что без слова, даже без мимики. Боксер принимает это слова тренера. Значит, все правильно себя. Тренер говорит. Наверное, и так. Неплохой удар справа у немецкого боксера. Он пролетает почему-то чуть-чуть выше цели. Так вот задевает лоб. И все. Надо целиться в шею. Ну, соперник наклоняет голову. Очень трудно целиться в шею. Не, нормально, нужно целиться в шею. Я помню, я еще сам был когда-то молодым и думал, как ты так целиться в шею, а ты, если ты будешь целиться в шею и бить, то ты пойдешь в подбородок. И на самом деле так и случается. То есть не обязательно при этом видеть шею, да? Надо целиться туда, где должна быть шея. Да, да, чуть ниже подбородка. Есть такие боксеры, которые на первое движение сразу приседают вниз. Опуская там руки или а вот, на месте. Испанский боксер вообще какой-то несколько вот разболтанный, сильный вот такой, да? А он как бы резиновый получается. Он вроде и пропускает, вроде не пропускает удары. Иско суетливый. Watch your head. Вот немцу не хватает сейчас, наверное, разнообразие какого-то. Все пришло в стандарт немецкий. Вот, под конец второго раунда. Опять же, он совершенно забыл о то, что нужно атаковать в туловище. Тем самым. Да, в первые 3 минуты он лучше смотрелся. Да, может, что-то поменял испанец. Да. Я бы сказал, раунд для Тайрона, который можно просто пропустить. Да, да, не удался. Пустую потраченные силы. Das war die zweite Runde, liebe Boxsportfreunde. Morgen früh um 9:20 Uhr quasi zum Frühstück. Reicht schon, wenn ihr den Ball immer so abdreht. Die Höhepunkte dieses. Ja, nee, rechts auf. Hier, pop, pop. Unten um. Ja, und ruhig mal unten zweimal. Ja, machst du gut? Ja, sehr schön. Nicht alles hart und locker. Und zwischendurch ruhig immer den Druck drauf lassen mit links. Ja, öfter ruhig die linke gerade. Что-то жестко сейчас говорит секундант подопечному. Alles gut, ja. Gut. Ne, und wachsam sein. Aufpassen mit dem Kopf, wenn er da runter. Так вот, настойчиво. Ja, machst du gut. Sehr schön. Genauso konzentriert weiter. Ja?
Не расслабляйся, концентрируйся. Скорее всего, вот это вот. Потом несколько раз я услышал слово good. Значит, все нормально. Это было хорошо, это было не очень. Не знаю, как нехорошо по-немецки, поэтому. Защиту. Да, такой очень гибкий, закрытый Давид Серабия. Идеальный оппонент, я бы сказал. Боец, который не нанесет большого ущерба, который... Наверное, даст... все-таки Серабия. Серабия даст легкую трепку молодому спортсмену и в итоге не выиграет. Я бы подсказал Тайрону атаковать. Вот он неплохо бьет с правой, но соперник закрыт. Все-таки, когда он, вот немец, атакует правой рукой, несколько выставляет вперед испанец левую, чтобы закрываться. Тем самым получается между руками у него такой просвет. Просвет, промежуток. И вот тут же надо после правой прямой атаковать левой снизу. Будет идеально просто. Неплохо. Не больно, но громко. По звуку как раз это было понятно, что удар был такой шлепок больше, чем удар. Хорошо. Тайрон Циги берлинец, дерется у себя дома, в родном городе. Ну что-то публика его не сильно поддерживает. А еще плохо знают, наверное. Все-таки восьмой бой всего. Ну вот я уже слышу свист. Недовольны зрители тем, что они видят, они хотят большего. Но начало было многообещающим. И немецкий боксер так... очень ярко проявил себя в первые 3 минуты, а сейчас что-то у него не очень заладилось. Ну, несколько застопорилось. Хотя выигрывает, безусловно, продолжает идти вперед, атакует. Да, и этот раунд тоже не повеселил. Но, опять же, немецкий боксер оставляет его за собой. За собой, бесспорно. Вы знаете, вот это вот моя весовая категория. И я смотрю на того и другого боксера, ведь они настолько простые. И тот, и другой, особенно Серабия, ну, каким бы он ни был там резиновым оппонентом, но его легко достать на самом деле. Он не силен физически совершенно. Он пропускает удары, вот вы видите. Вот. Но не продолжает просто-напросто атаку Тайрон. Так, 4-й раунд. Кадима постепенно приближается к середине. Мало-мало этого. Слишком долго расходится немецкий боксер. Ага, вот и получил. Да, такой оловянный солдатик, я бы сказал. Ой, пропустил, и все равно он терпит и отмахивается. Посмотрите, я говорю про Давида Серабия. И вот, смотрите, пытается искать свои шансы.
И все-таки очередной раз удивляешься, насколько все немецкие боксеры стандартные. Вот они делаются как под копирку. Как будто вот есть форма определенная боксерская. И вот штампуют их и штампуют. Может быть, даже они и варятся в собственном соку. Я не говорю про боксеров, чемпионов, которым вызывают спарринг-партнеров из США, и из других стран. Там из Англии, из Франции. А вот эти вот простые бойцы, которые еще растут, да, они тренируются, дерутся в зале, где точно такие же боксеры, как и они. Ну, бесспорно, кто-то из количества вырастает в качество. Но это качество... Ой-ой-ой. Это был удар? Ой-ой-ой, а это... Нет, это нет, был удар в плечо. Просто потерял равновесие. Еще такое чувство у меня, что Тайрон как бы по ходу боя теряет надежду на нокаут. Да, он боксирует в том же темпе примерно, но уже не настолько нацелен на точный удар. Просто атакует и атакует автоматом. Вот ударил и сам схватил. Можно было продолжить атаку третьим ударом левой рукой. Вот так вот. Stop! Nicht herumdrücken, okay? Box! Stop! Вот опять очередное, что такое. Зачем атаковать правую боковую, а потом оставлять руку на спине соперника и прижимать его? Если уж ты, соперник, оказался в неудобной ситуации, вот как примерно сейчас, нужно продолжать, просто продолжать и все. Да, по затылку фиксировать. Но испанец сам виноват. Он, да, безусловно, он виноват, он, но отвернулся. Удар был, и рефери обязан остановить после этого атаку. Ну вот вроде такая первая яркая вспышка была в исполнении Тайрона. Das war die vierte Runde. Wir begrüßen einen Mann, der viele große Kämpfe für den Sauerlandstall geliefert hat. Nicht so aufrecht umrüber. Ja, nicht so aufrecht umrüber. Geh doch einfach auf und guck mal, müssen tiefer stehen und stabil stehen, ne? Wenn er nicht wegkommt, der hat auch nichts mehr drauf, du bist doch physisch robuster. Dann schiebst ihn ganz leicht weg. Вот и нашли повод для серьезного разговора. В углу у Циги. Ne? Gut. Tief, Steuermann. Jetzt kommt die fünfte, ne? Ja, weiß nicht. Glaub, fünfte. Ну вот, вы знаете, таких боксеров, вот как Дэвид Серабия, да, я считаю его выращенным. Несмотря на то, что он стойкий, бесспорно, он терпеливый, он может дать отпор, он может закатить. Но вот посмотрите его соперники. Значит, его первый соперник, поединок состоял из 4 раундов, у него было 2 победы, 13 поражений. Второй соперник, 3 победы, 9 поражений, 1 ничья. Ну и так далее, примерно по нарастающей. Это, а вот, понятно, а вот предпоследний бой, вот, который бой перед этим, у его соперника был всего лишь один проведенный бой. И одна победа, и этот бой состоял из 4 раундов. И после этого поединка он поехал в Германию боксировать с более серьезным, уже серьезным Тайроном Циги и драться 8 раундов. Но все-таки терпит, смотрите. Как бы ему не было тяжело, стоит. Ну, потому что Циги тоже пока еще, мы видим, огромные огрехи в технике. Ну, наконец-то он понял, что нужно идти атаковать, просто жестко атаковать. Чего он не делал в предыдущих раундах. Ведь может он, то может, может сделать. Но соперник, в общем-то, не позволял. Сейчас испанец устал. Стал больше ошибаться. Все ведь идет от соперника. Ну, пожалуй, этот раунд самый интересный. Наконец он начал попадать и Циги, а Серабия оказался вот на грани. Чтобы не свалиться в нокдаун, по меньшей мере. Ну, все-таки есть характер в этом парне.
пропустив, он идет вперед, даже бежит, я бы сказал. Да, началось, как говорится, с той и с другой стороны. Бомбардировка это пока не назовешь, такая перестрелка. Не поворачивайся. Спиной, уже который раз Дэвид поворачивается, отворачивается, вернее, от соперника, тому ничего не остается, как атаковать и попадать в затылок. Но вот темп увеличился, посмотрите, под конец пятого раунда, да и вообще весь пятый раунд темп был очень высокий. И в обмене ударов проходил. Да, концовку нужно провести, как бы закрепить этот успех. Если бы Тайрон провел очень ярко эту концовку, вот именно вот осталось всего лишь 10 секунд сейчас, то судьи могли дать ему 2 очка в плюс. Но концовку он как-то вот так вот смазал. Смазал, да, ничего не показав. Да, раунд за ним. Всего лишь так. Ну, это все с опытом приходит, Андрей, согласитесь. Да. Молодой парень. Вы знаете, мне на самом деле очень нравится, вот как работают немецкие телевизионщики. Прекрасная картинка, четкий свет, телевизионный свет, яркие повторы. Ну, бесспорно, операторы и режиссер работают очень грамотно. Но они никогда или почти никогда не показывают угол соперника немецкого боксера. Да, это пристрастие. В этом их обвиняют многие. Как будто... Но если вы знаете... Сам Заурланд запретил это делать. Нет, безусловно, не так, но когда более, конечно, серьезные бои, вот один из них мы с вами сегодня посмотрим, Афалаби Хук, там наверняка такой дискриминации уже явно не будет. Нет, бесспорно, конечно. Тем более, что, наверное, немцы думают, ну зачем смотреть нам на этого Дэвида Серабия, который, ну, приехал и уехал, больше мы его не увидим, да? Пусть лучше показывают нашего. А здесь уже принцип. Здесь, во-первых, это третий бой. Это как бы его можно назвать реваншем. Жарас, во-вторых, бой будет ровный, я уверен почему-то. И будет интересный. И тут, тем более, что зрители знают уже о Фалабе. И его, ну, вынуждены будем. И мы будем показать его. Тоже. А подчас, знаете, ну... В немецком углу, как я вам всегда, больше скажу, многие болеют за Афалаби. Да, в немецком углу, значит, происходит всегда то же самое. Только меняются лица, тренеры и боксер. Или, точнее, меняется всего лишь главный секундант и главный человек – это боксер. Да? А все происходит так же, без эмоций совершенно. И что там показывать-то? А вот подчас в другом углу происходит страсти настоящие. Там разыгрывается целый скандал. Или... Бывают такие секунданты, настоящие психологи, говорят настолько интересные вещи, что прям меняют мировоззрение боксера, и ты думаешь, сможет ли он поменять картинку или нет. Ага. Неужели будет... Да что ты будешь делать? Всего лишь раз он нанес удар по затылку, ему сделали персональное предупреждение. То есть сняли очки, сняли с него одно очко. А ведь его соперник... Немец, он несколько раз вытворял то же самое, и ни разу ему даже не сделали замечания. Может быть, раз всего. Минута до конца шестого раунда. Да, разошлись ребята. Он как-то почувствовал, наверное, Дэвид Серабия, что соперник его не сможет сделать больше, то есть не перепрыгнет эту планку, и каким-то чудом поверил в себя. Ну, по крайней мере, отвечает сопернику на его удары такими же примерно ударами. Может быть, чуть слабее. Но таким же количеством. Ой-ой-ой. Очень сильный джеб пропустил сейчас Дэвид. Да.
Да, но голова у испанца тоже резиновая. Пусть удары он пропустил не самые сильные, но я просто видел, как голова уходила, отлетала в сторону. Вот очередной раз, посмотрите, он стоит же. Молодец. Как бы расслабляя несколько шею, наверное, смягчая удар, тем самым ослабляя силу удара. Да. Вот он, вначале удар головами, потом еще удар головой. И удар, точнее, кулаком по голове, то есть удар. Вот еще один правый прямой. Ну, правда, он был на отходе, это говорит о том, что силы удара большой не было. Как бы она, естественным образом, уменьшается, потому что ты бьешь вперед, а уходишь назад. Ну, тем не менее, стоит. Это если посчитать количество пропущенных ударов, их очень много. Дэвид Серабия, ну, как бы накопились они, должен он уже, ну, по крайней мере, бывает головная боль. Она тоже мешает боксировать. Она мешает думать, скорее всего, в бою. А ведь все-таки ум для боксера это самое главное. И поверьте, не физическая сила, и небольшой кулак. Я хотел услышать эти слова, потому что у многих неискушенных телезрителей, не специалистов, иногда мнение другое. Ну, мы уже не раз говорили, что бокс – это не шахматы, в боксе думать нужно, в конце концов. И думать очень-очень быстро. Вот в этом бою слишком уж много неточных ударов, и с той, и с другой стороны. Вроде бы. Ага. Кому замечание интересно? Никому. Нет, никому, пока только предупреждение. Попадает снова немецкий. Боксер, ну, тут же остановился, испанец малейшую возможность пытается использовать вот для реванша, который, в общем-то, у него не часто получается, но, тем не менее, стремление похвально. Ну, испанец такой выраженный панчер, потому что, как я уже сказал, его соперники были намного слабее, чем он. И вот такими боями, наверное, промоутер или менеджер вырастил его до такого уровня, что... А какой же он панчер, Андрей, если у него всего одна досрочная победа? Ой, прошу прощения, панчер. Оппонент. Да. Вырученный оппонент. Так вот, он, да, он вырос, он терпеливый боксер, и вроде неплохой у него лист рекорд, но он будет проигрывать в таких боях всем боксерам, давая сопротивление. И честно зарабатывает им деньги. Последняя минута предпоследнего раунда. До конца боя осталось 4 минуты чистого времени. И чаще, и чаще начались команды стоп, то есть остановки, клинчи, захваты. И стоит с другой стороны. И причем дистанция, как бы она должна уже, как бы, ну, привыкли боксеры друг к другу. И уже никакой разведки нет, никакой подготовки. Просто идут вперед и атакуют. Но дистанция то близко, то дальняя. То снова близко, то снова дальняя. Постоянные остановки. Бесспорно, в первую очередь, это говорит о том, что и тот, и другой очень сильно устали. И, скорее всего, такого рваного темпа боя. Time. Вот, пожалуйста, тайм. На последний перерыв ушли бойцы. Остался лишь шанс у испанца. Наверное, остался. Скажут ли ему об этом тренеры? Наверное, скажут. Ну, а здесь то же самое. Такая концентрация, стабильность. Но вот только больше стал кивать Тайрон Сиги.
как бы, наверное, в чем-то себя по ходу раунда, по ходу боя поругав и понимая, что тренер говорит то же самое, о чем думал сам спортсмен, и попытается сделать оптимально хорошо, максимально точнее хорошо то, что он не успел сделать в предыдущих раундах. Ну, он побеждает, но все-таки нужно победу закрепить чем-то ярким, красивым. Ого. Пропустил сейчас сильный удар, но опять же голова резиновая отлетела в сторону. Резиновая. Ну а как ее еще назвать? Вы посмотрите. Не, ну хорошо, это же прием всеми давно известен, изучен. Это один из вариантов защиты, которым американцы блестяще пользуются. Ну да. Только все-таки многие от страха как бы съеживаются и напрягаются. А этот боксер не напрягается вообще. Он как будто расслабил шею. И бам, она, ну, сотрясение меньше все равно. Вот неплохо все. Ой-ой, попал. Это шанс. Это шанс закончить бой. Такой левый боковой, попятился соперник. Он до сих пор еще в дроге, посмотрите. В дроге, но Цыге слишком близко. Еще один удар. Снова попадает. Снизу, боковым таким. Да, все-таки какая бы резиновая голова ни была, но там есть мозги. И подчас они получают сотрясение. Устают, по крайней мере. Совсем немного до конца. Чуть-чуть больше минуты. И, мне кажется, ну, упускает свой шанс Тайрон закончить бой такой на очень красивой для него нотке. Левый боковой наконец-то прорисовался у немецкого боксера под конец поединка. Еще один левый боковой, ну стоит на ногах. Давид Сарабия. Ну, потому что удары несколько, вы знаете, такие не совсем технически правильные. Okay. Да? Да сложно сказать, я уже, честно говоря, сам запутался. То ли Тайрон не умеет атаковать, ну жестко бить, по крайней мере. Хотя в его послужном списке, ну, это еще 5 нокаутов, 7 побед. Да, они у него были как раз посильнее, чем у Сарабии. Концовка поединка. Ну, 10 секунд. Ну да. Раз уж не успел он, я говорю про Тайрона, сделать это за 24 минуты, что он может сделать за 10 секунд? Ну, довольны секунданты, я вижу. А может быть, они удивлены тем, что, пропустив столько ударов, достоял его соперник до конца. Ну, по крайней мере, улыбаются. И говорят, какой-то позитив. Вот удар в грудь даже какой был жесткий. Болтануло Давида. Да, ну здесь счет будет в одну калитку. Все судьи отдадут победу. Может быть, кто-то даст даже и 2 очка в каком-то раунде. Но я бы этого не сделал. А по большому счету, какая разница, Андрей? Ну, одержана, да, победа, безоговорочная, всем все понятно. Ну, парень провел свой очередной 8-й поединок уже. Молодой боксер, перспективный, в меру. Ну вот я вижу, ему понравился, он так вот настроился на последний раунд, я помню, как он кивал, как бы поддакивая тренеру, и выполнил, наверное, установку. Поэтому сейчас он улыбается, он доволен.
Он даже рад. Да, любой боксер доволен после победы. И не любой, поверьте. Иногда такая победа и не нужна. Долго думаю, да почему же так получилось-то? Вспоминаешь те моменты, которые ты мог использовать, ты все-таки не использовал. Вспоминаешь пропущенные удары, которые ты мог не пропустить. Ну вот, все, весь зал уже в предвкушении главных боев. Их осталось всего лишь два. Один из них интерконтинентальный титул чемпиона мира. А второй, и главный бой, а второй, в котором главный бой за звание Марко чемпиона Хоу будет мира. Защищать свой титул. В первом тяжелом весе. Ну и вот очередной рейтинговый поединок. Он должен был состояться перед первым титульным. Но организаторы решили сделать вот именно так. Сейчас мы видим в ринге двух боксеров. Вот он, Тайрон Сойге, немецкий боксер. 7 побед, 5 нокаутов, ни одного поражения. И его соперник Дэвид Сарабия из Испании. У него 6 побед, всего лишь одна досрочная, и 2 поражения. Еще 2 ничьи. Так, между прочим, всего 10 боев. Довольно молодые боксеры, 24 Сарабия, Тайрон Сойге, 21 год, вообще молодой. 7 боев, 7 побед, 5 досрочных, хороший пока лист-рекорд у немца. Посмотрим, что он покажет. Супер средний вес. Ну вот этот боксер мне нравится, я говорю сейчас про Сойге. 8 раундов в этом бою должно быть максимум. Ну вот, испанец, он не просто проиграл два боя, он все-таки достоял те два поражения до конца. Как бы по статистике он несколько слабее соперника, причем он не у себя дома. И он должен выдержать, опять же, те 8 раундов, которые ему предстоит отстоять в ринге. Но с первого раунда картинка получается несколько другая. Как бы Сойге очень активно идет вперед, и он нацелен на удар, посмотрите. Прям в глазах горит огонь. Метится, он метит. Прям довольно-таки интересный, быстрый, разнообразный боксер. Не знаю, что он покажет в этом, в этот раз. Соперник его довольно-таки серьезный боец, но очень не бьющий. Всего лишь одна победа досрочно из 6. Зато Сойге можно сказать, что он бьющий. Да. По статистике. Ну, посмотрим, но кто бьющий, просто бьющий, кто не бьющий. Он интересный, в конце концов. Он несколько отличается от тех перспективных молодых немецких боксеров. Он думает, он гибок, быстр. Ну и с ударом. Это категория супер средний вес. Да, я уже сказал. 7,6 небольшим килограмм. Begrüßen Sie unseren Gast aus Spanien. Sein Gegner hat ein Heimspiel, er boxt aus der blauen Ecke. Einmarsch für Tyrone Sойге.